такая красивая, но... Ты что, смотришь? Да. Не смотри! Почему? Что значит, почему? Ты что, не понимаешь? Нет, я же смотрю на птиц, на рыб. Почему на тебя нельзя? А ты пробовал бежать? Отсюда невозможно бежать. Это остров. Но ведь можно уплыть. Море тоже убивает. Мира. А ты... Ты мне какое имя придумал? Арман. Арман. Красивое имя. Давай знакомиться. Когда люди знакомятся, они... Прячься, Мира! Чтобы не случилось, не выходи из ямы! Не выходи! Осторожно! Там очень высоко! Чем ты выпустил из ямы? Я же говорил, нельзя! Только этого и ждет! Зачем все эти завтраки и теплое одеяло, если ты не собираешься со мной разговаривать? Арман, ты то извиняешься, то отталкиваешь меня, то бросаешь меня в яму, то спасаешь мне жизнь, так нельзя! Арман, ответь мне. Я не могу сдерживать дракона. Тебе нужно дождаться драконоборца. Если он приплывет, я не стану вам мешать. Только... Может, мне все-таки уплыть? Нельзя, я уже говорил. Сбежала, и мы оба чуть... Что с тобой? Подходи и прикасайся ко мне. Иди в яму, ну разве ты не понимаешь? Арман, так же нельзя, я же не могу тебя здесь просто так оставить. Чего? Я справлюсь. Я привык быть один. Если бы ты хотел остаться один, я бы не проснулась сегодня утром под теплым одеялом. Мира, дракон может появиться в любой момент. Если ты там, то почему его до сих пор нет? Я не знаю. Может быть, я еще слишком слаб. Просто человек становится сильнее. Правда, в это веришь? Я это верю. Но ты же меня спас. Камни, мечи. Ты заботился. Ты... Прости меня. Вчерашний. Хорошее начало.